Всем добрый день. И сегодня у нас вкуснейший картофельный хлеб на ржаной закваске. Очень простой и легкий рецепт. И вам он очень понравится. И для этого мы заранее отвариваем картошечку в кожуре. Вот так. Остудили нашу картошку и протираем ее через сито, чтобы она была воздушная, легкая, пушистая. Вот так вот через сито. Очень простой, легкий рецепт картофельного хлеба на ржаной закваске. Вкуснейшего хлеба. Добавляем воду. Опара. Вот такая. Мы ее ставили на ночь, она у нас простояла 12 часов. Ну, если вам нужно испечь раньше, можете попробовать и раньше испечь, если она у вас готова. Ничего страшного. Вот так, добавляем мед. Полный рецепт будет в описании. Все хорошо размешиваем. Добавляем соль. Размешали и добавляем протертый через сито наш картофель. Вот так. Все хорошо размешиваем, и все получается у всех. Ничего вообще сложного. И очень, на самом деле, очень вкусный хлеб. Добавляем подсолнечное масло ароматное. Вот так. Хорошо замешиваем. И добавляем высший сорт пшеничная мука. Заранее мы ее просеяли. И замешиваем наше тесто на хлебушек на ржаной закваске. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Кто смотрит впервые, подписывайтесь, если вам понравилось наше видео. Пишите комментарии, мы обязательно ответим по возможности всем. Вот так вот добавляем еще муки и замешиваем наше тесто на хлебушек. Все получается. Добавим еще немножечко муки. Сами будете контролировать весь этот процесс. И вот так руками замешиваем. Тесто липучее. Вот так вы видите, ничего страшного, оно такое и должно быть. Оно липнет к рукам, жидкое немножко такое, ничего страшного. Вот так вот. Накрываем и убираем на 1 час. Один час прошел, смачиваем руки водой и начинаем обминать, складывать. Вот так, липучая, да, картофельный хлебушек. Этот хлебушек мы будем выпекать в форме. Так что еще накрываем и убираем на 30 минут. Вот так. 30 минут прошло, посмотрите, поднялся, все получается, и опять обминаем, складываем наше тесто.
домашний хлеб с румяной корочкой, ароматный. Накрываем и вот так вот готовим нашу форму. 30 минут прошло, и сейчас мы будем форму мы смазали маслом, присыпали мукой, подготовили ее к нашему тесту. Вот так складываем. Сейчас будем формовочку делать и на расстойку в нашу форму. Вот так перекладываем нашу форму и убираем на 2 часа на расстоечку. Посмотрите, 2 часа прошло, он поднялся хорошо у нас. Присыпаем мукой. Заранее духовочку разогрели 220 градусов. И убираем его вот так вот в духовочку на 50 минут. 50 минут прошло. Посмотрите, аромат на весь дом. Картофельный хлеб. Шедевр просто. Посмотрите, какой получился. Румяный, золотистый. Вкуснейший. Вот такой хлебушек. Сейчас мы его разрежем. Посмотрите, какой мякиш. На ржаной закваске. Идеальный хлебушек. Вот такой пружинистый. У всех все получится 100%. Вот так нарезаем. Вот такой кусочек, посмотрите. Вот такой хлебушек. Домашний, картофельный. Так что не бойтесь, пеките, у всех все получится. 100%. Всем приятного аппетита и хорошего настроения.